Всем привет, с вами Тверги, в этом видео мы с вами подумаем, является ли Evil Nun The Broken Mask плагиатом. И давайте-ка просто посмотрим трейлер этой игры. Итак, вот в трейлере нам интересна только вот эта часть его. Давайте-ка внимательно послушаем. А если так, эта мелодия вам ничего не напоминает? Ладно, если честно, они не похожи, но это было рофл видео. Пожелаю этой игре хорошего развития, чтобы она стала известной. Ну, конечно же, видно по текстурам то, что игра очень крутая. Ну а с вами был Дферки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и это было рофл видео. Не воспринимайте это видео всерьез.